Муниципальным служащим поднимут зарплату. Речь идет о сотрудниках сельских и районных администраций. Соответствующее распоряжение отдал глава Хакасии. Напомним, раньше Виктор Зимин тоже говорил об увеличении оплаты труда, но это планировалось сделать в несколько этапов. Сейчас же решение принято поднять с 1 июля и сразу на 20%. Однако для некоторых муниципальных служащих повышение будет еще более существенным. Тем, кто получал меньше минималки, зарплату увеличат до этого уровня и еще надбавят обещанные 20%.